Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Киров в следующем году будет жить на 18 миллиардов рублей. Это объем расходов на 2022 год, который прописан в проекте бюджета города. А в последующие годы сумму расходов будут снижать. В 2023 году она, по предварительным данным, составит 16,5 миллиардов рублей, в 2024 чуть более 14 миллиардов. Что касается доходов, на которые будет жить город, собственные деньги – это менее половины, чуть более 7 миллиардов рублей. Остальное дают областной и федеральные бюджеты. 11 ноября в здании администрации города Кирова состоятся публичные слушания по проекту бюджета. Стать участником можно только онлайн. Трансляция будет вестись в официальной группе муниципального образования «Город Киров» в социальной сети ВКонтакте. До 10 ноября можно направлять предложения по проекту в Департамент финансов города. Программа «Экономика». Производитель посуды в Вятских Полянах увеличивает объем инвестиций. Компания «Нур» заключила допсоглашение на работу на территории опережающего социально-экономического развития Вятские Поляны. Она почти 5 лет производит там посуду торговой марки «Мечта». Создано более 600 рабочих мест и привлечено порядка 100 миллионов рублей инвестиций. В результате заключения допсоглашения, по данным правительства, планируется привлечь в проект дополнительно 95 миллионов рублей инвестиций. Экономика. Предпринимателям из моногородов тем временем выдали 166 миллионов рублей. Это деньги областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Он дает МСП микрозаймы до 5 миллионов рублей на срок до 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности поставки от 2 до 10%. За 9 месяцев в 11 моногородах этим воспользовались бизнесмены 150 раз. Большая часть суммы берется для закупки сырья, комплектующих, оплаты договоров и на зарплаты. Более 49 миллионов рублей предприниматели направили на инвестиции. Это ремонт, реконструкция, приобретение помещений и оборудования. На этом все. У микрофона работала Ольга Близина. Программа «Экономика» на 101 FM.